В Одинцовском округе на разных площадках проходит 22-й открытый фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Серебряный олень». Участвуют творческие коллективы и сольные исполнители. 4 декабря состоялись первые номинации «Театральное искусство» и «Художественное слово». Следующая встреча пройдет 29 января 2022 года в культурно-досуговом центре «Заречье», где состоятся сразу две номинации – вокально-инструментальные ансамбли и инструментальное искусство. Подать заявку необходимо за две недели до начала номинации. Фестиваль завершится гала-концертом 23 апреля.